солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Есть право руля! А теперь лево руля! Есть лево руля! Эх, ну скорее бы наш капитан Лёша пришел. Так хочется сплавать в страну стихов на паруснике мечта. Да, у нас в страну стихов всегда такие интересные путешествия получаются. А да. Сегодня Лёша нам обещал что-то совсем необычное. Привет, мои бравые матросы. Здравствуйте, капитан. А куда мы сегодня отправимся? О, сегодня нас ждет необычное путешествие в лес за грибами. Ух ты! Только мы их не будем собирать, да? А будем слушать про них стихи. Ой, ну надо же! Здорово! Тогда вперед, поднять якоря! Есть, поднять якоря! Отправляемся с друзьями по волнам под парусами. Не за рыбой, за стихами. За стихами. За стихами. Мачта крепкая над нами. Ветер без козырки рвет. Путешествие зовет. Полный ход вперед, вперед. Отдать швартовые. Есть, отдать швартовые. Прямо по курсу поэтический лес. Ой, смотрите, смотрите, какая скрипучая елка, а под ней вот такой большущий гриб. У этой елки очень интересная история. Слушайте. В старой елке скрип сидит и скрипит, скрипит, скрипит. Всем рассказывает скрип, что под елкой вырос гриб. Какой смешной! В елке поселился жилец. Вот бы и мне, когда я за грибами в Шишкин лес хожу, тоже скрип подсказывал. Да? Ой. Что? А я тоже вижу гриб, а на нем улитка. О, это музыкальная улитка. Она умеет петь. Слушайте. Ползет улитка по грибу. Поет улитка бу-бу-бу. Хоть очень медленно ползет, но очень здорово поет. Выходит, что для улитки гриб как концертная сцена. Ну, бывают же такие улитки. О, я вижу мухоморы. Не люблю их, они ядовитые. Зато какие они красивые. Не обязательно их есть. Можно ими любоваться. Мухоморы – это чудо. Ядовитые – ерунда. Все равно их есть не буду, раз такая красота. А я тоже люблю любоваться мухоморами. Ну уж нет, я люблю съедобные грибы. По мне, если гриб можно съесть, значит, он красивый. А вот смотрите, грибник идет. Ух ты! Правда, он какой-то невеселый. Идет грибник, головой поник. Этот грибник неудачник. И в корзинке у него ровным счетом ничего. Ни волнушки, ни опенка, ни чернушки, ни масленка и ни белого, ни подосиновика. Почему же он корзинку еле тащит по тропинке? А в корзинке у него не совсем уж ничего. Друг жук, друг паук, да братан таракан. Большая тяжесть. Смешной грибник. Ну и добыча у него в корзинке-то. Ой, а я вот тоже, если грибов не наберу, то пустую корзинку еле-еле домой несу. Такая она кажется тяжелая. Ой, что? А это еще что за гриб? О, это очень своеобразный гриб. Жил гриб под названием Бяка. Сидел под корявой сосной.
И гриб под названием бяка не ел человек никакой. И гриб под названием бяка однажды на кухню пошел. И гриб под названием бяка с разбегу запрыгнул в котел. Но повар несчастного бяку за шляпу крючком подцепил и выгнал несчастного бяку. На ужин его не пустил. И гриб под названием бяка в слезах под сосною сидит. И гриб под названием бяка: «Я вкусный, я вкусный!» – кричит. Ха-ха-ха! Ну и гриб! А мне этот гриб почему-то жалко. Шунечка, не надо его жалеть, потому что гриб-бяка – это несъедобная, ядовитая поганка. А поганки нельзя собирать ни в коем случае. Поняли? Поняли! А теперь пора возвращаться домой. Есть, капитан! Вперед! Ой, а хорошо, что повар вовремя заметил поганку в котле. Еще бы! Только как же отличить поганку от хорошего гриба? А я вам советую, друзья, вы уговорите енот Енотыча пойти с вами в лес за грибами. Он вас научит. О, точно, давай попросим. Давай. А вы, ребята, попросите своих пап, мам, дедушек и бабушек. О, правильно. Лёш, а чьи мы сегодня слушали стихи? Это были стихи поэта Игоря Жукова. А теперь нам пора прощаться с нашими зрителями. До свидания, мальчики и девочки. До встречи. До новых путешествий, друзья. Храни вас Господь. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день приходит к